Самое сложное – бегать, кроссы. Вот городок недавно был, тоже сложно было. Приятная вещь – зарядка. Хочется поспать. Тем более после зарядки у нас есть еще час свободного времени. Ты лежишь в номере, ты уже вроде готов к тренировке, но вроде как и час этот пропадает, который ты мог поспать. Ну и физически тяжело, просто большие нагрузки. Надо пережить это. Баллоны. Городок на земле. Бег. Тяжело бегать. На пистолетных сборах всегда тяжело бегать. И я думаю, тренировка, когда очень много бегает, это отнимает очень много сил и энергии. Городок был. Тяжело дышать было. Много подходов сделали. И в конце еще пробежали 15 минут. Городок на льду. Ну, вратарей, как обычно, ничего сложного. Вот мячики. Работаем руками, головой. Самое сложное были городки. Вообще, в общем, этот день был самый сложный. Пробегали. Вечером был городок. Думаю, это был один из самых тяжелых моих дней. Не знаю, наверное, баллоны. Да, баллоны.